Всем привет! 10 июля 2023 года. Нахожусь позади памятника Ивану Грозному. Впереди мы видим продолжающуюся реконструкцию Красного моста. Насколько я знаю, мост расширен на несколько метров. И сейчас ведутся такие вот работы. Лестничные марши, вот вижу, установлены. Пока еще без перил. Оштукатуривается. Тут стенки моста. Разводочка или как там. Рисуночек такой наводится. Видите, такие арки. Рисуночек. Смотрится симпатично. Лучше, чем было. Это временный пешеходный мост. Отсюда я вижу, что нету середины моста еще. Видите, то есть середина моста пока что отсутствует. Так что в ближайшее время ремонт не будет закончен. К сожалению, придется еще подождать, еще потерпеть. Скорее бы уж его построили, доделали. Вот такое видео снял для вас я сегодня небольшое, но и завершение него сниму памятник Ивану Грозному, основателю Орла. Хотя я его уже много раз снимал. За ним находится Богоявленский собор, а это называется парк Орловской крепости. Историческое место, где был основан город Орел, слияние Оки. Вот так она течет, и Орлик, он так течет. Вот следующее видео сниму с места слияния Оки и Орлика. Всего вам доброго, спасибо за просмотр. Подпишитесь на канал Из Орла. В Яндекс.Дзен, в Рутубе, в Ютубе, в Одноклассниках и ВКонтакте.